Ян, привет. Не, не могу, я сегодня на свидание иду. Кстати, не знаешь, что надеть? Как думаете, она скоро придет? Я вас понял. Привет. Хочу угостить тебя чашечкой отличного кофе. Да, кофе мне сейчас не помешает. Привет! Прости, я так опоздала. Куда же мы теперь пойдем? Кофейня там, где Меликан. И правда, зачем нам куда-то идти? Привет! Зачем ты меня снимаешь? Да нет у меня ничего. Да нет у меня ничего. Да как ты догадалась? Это тебе. Так, что еще? Да нет у меня ничего больше. Да правда тебе говорю нет. Ладно. Это сладкое для тебя. Так. Дай посмотрю. Водопады, пляжи? Откуда этот смартфон знает о том, куда мы с тобой в отпуск поедем? Хочешь себе такой же Huawei P20 с искусственным интеллектом? Тогда участвуй в конкурсе, который пройдет со 2 по 15 июля. Найди в социальных сетях Huawei специальный знак «Искусственный интеллект». Сделай скрин и загрузи на сайт. Подробности в описании. Следуй за Huawei. Алло, бро. Не, я сегодня не смогу, потому что я к бабушке еду. Родаки заставили ехать. Я у нее 10 лет, типа, не был. Сейчас начнется. Ну что ты так легко одет? Простудишься же. Ой, какой худенький. Ну, жених. Короче, я вообще к ней не хотел ехать. Так, на полчасика заскочу. Я перезвоню. Здорово, внучок. Прыгай. Охренеть. Это мой дом. Вау. Это мой пруд. Красиво. Бабуля, откуда у тебя все это? Я просто пенсию удачно вложила в криптовалюту. Ты не знаешь, что такое криптовалюта? А то. Криптовалюта. Бабки, бабки, дики-дики, деньги. Так, Артем, освобождай место. Моя передача началась. Сейчас начнется. Отстой. Да ладно, ты Версус смотришь? Ой, я смотрел этот выпуск, там гной не выиграет. Ну и нахрена ты спойлеришь? Я еще не смотрела? Ладно, Дэдпул не умрет, половина Мстителей сдохнет, дядя Витя Соболев, Егор Крид натурал. Вот и живи теперь с этим. Поболеем-ка за наших. Вы шутите? Только не сейчас. Давайте, вы сможете. Дай соцсети проверю. Соцсети она проверит. А что? Давай, 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 вы сможете, давай. А нормально, если сегодня так пойду? В этом иди. О, какая у них форма красненькая, прикольная. Может быть, я тогда в красном сегодня пойду? Ну, смотрим, там есть. Или в синем, как у этих. Или в черном, как у судьи. Да блин. Все старое, совсем нечего надеть. Помнишь, мне платье обещал? Поехали. Ну давай съездим. Что не сделаешь ради футбола? Ну все, иди по магазинам. О, Тём, посмотри, как там круто. А давай тут футбол посмотрим. Ну наконец-то. Бабуль, я в ванну! О, а это что такое? Это бумаги! Вот, теперь кай. А это что такое? Я вижу, с пультом ты уже разобрался? Ну кайфуй. Только красную кнопку не нажимай. Стой, секундочку. Нет!
А я предупреждала. Бабуль, помоги кроссворд разгадать. Шумиха, ажиотаж, бурное дискутирование вокруг модного события. 4 буквы. Хайп. Подходит. Заливают вейп для курения. Последняя буква А. Жишка. Даже я не знал. Ну окей. Позорное, неприличное, непривлекательное действие. 7 букв. 3-я Ш. Ты чего, не знаешь, что ли? Зашквар. Нифига себе. Яростная агрессия и отвержение в сторону чего-либо. Хей. И снова в точку. Ну все, бабуль, мы все разгадали. Офигеть, моя бабушка сделала это. Теперь я видел все. Вот теперь я точно видел все. Ты шажок? Да. Это я бельчонка из горящего леса спасал. Эй, эй, эй. У меня же нос в двух местах сломан. Как это произошло? Ты заступился за девушку против 7. Мой глаз почти уже прошел. Такой краснющий был. Как это произошло? В ресторане перестрелка была. Пуля по касательной глаз задела. Еще сотряс у меня тяжелый. 5 штурмом брали. Головой дверь вышибал. Шрамы на ногах, видишь? Пытали меня. Ты просто герой. Дай я тебя поцелую. Я не могу. У меня вывих челюсти. Во время драки по кикбоксингу с чемпионом мира был. Хотя давай. Челюсть свело. Бабуль, может быть тебе чем-нибудь помочь по хозяйству? Да нет, внучок. Они сами справятся. Кто они? Иди помоги. Ха, я тебе там ковер помог вытащить. А почему он такой тяжелый? Да, там мой бывший. Саша? Женя. А что, перерыв уже закончился? Артемио! Как ужасно! Немного мексиканского соуса? Давай! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando... Вот это мексиканские эмоции. Да. Капец скучно. Что делать будем? А поехали в Мексику? Смешно. Денег-то нет. Как мы поедем? Разве в деньгах счастье? Корзинка мне не понадобится. Нужно было корзинку взять. Всем привет, я очередной блогер, который разыгрывает не всякую ненужную вам фигню. Для того, чтобы вам все это выиграть, вам всего лишь нужно подписаться на 2500 спонсоров. В общем, подписывайтесь. Молодец, хватит, давайте. Нет, все, я ухожу. Ась. Что там, о чем я? Раска? Даже. Я настолько много зарабатываю, что пришлось по скидке банкомат свой купить. Извините. 107 косарей за холодос. Это не холодос. Шифруются бандиты, их карты мною биты. Это для одной игры, это для второй игры. И непосредственно сами игры. Теперь у меня точно нет друзей.